9 мая – священный праздник для всех людей, которым не безразлична российская история и времена Великой Отечественной войны. Традиционно в Острогожске, где практически у каждого жителя предки приняли участие в боевых действиях 40-х годов прошлого века, в этот день прошел торжественный парад. Начался он с центральной площади, после чего траурные венки возложили к мемориальным доскам, расстрелянным коммунистам у школы номер 1. Позже обряд повторили на аллее героев в городском саду. Уже не в первый раз в составе парадных колонн движутся участники акции «Бессмертный полк». На сей раз их было около 2000 человек, взрослых и детей, что несли перед собой портреты людей, прошедших дороги Второй мировой. Им слово. Это мой отец Серебренников Виктор Афанасьевич, 1908 года рождения, погиб в Сталинграде. В 1942 году, 2 октября ранен, умер 3 октября 1942 года. Я его очень люблю, я им горжусь. Надо помнить всегда о родителях, о отцах, которые защищали нас, которые дрались с немецкими захватчиками. Дай Бог, мы всегда их помним. На этой фотографии мой дедушка, Селезнев Данил Егорович. Он прошел всю войну. Умер он в 1980 году. Открылось боевое ранение. Мы очень рады. Мы благодарим человека, который образовал этот полк. Это ветеранов очень мало. Вот у меня внучка, мы ходим вот уже утро. Она не может вручить никому цветы, потому что... очень мало, нету ветеранов. А это будет жить всю жизнь в сердцах. Не только теперь нас, но и наше поколение. Глава администрации Острогожского муниципального района Сергей Хорошилов на трибуне у Вечного огня поздравил всех участников боевых действий и тружеников тыла с праздником Победы. Мы с вами находимся на святом для каждого жителя нашего города и района месте. Это братская могила номер 223. 200 дней и ночей находился Острогожский район в немецкой оккупации. В боях за город Острогожск смертью храбрых погибло около 5000 бойцов и офицеров Красной Армии. Жители Острогожска перезахоронили остатки воинов в этой братской могиле и воздвигли на ней 9 мая 1970 года мемориальный комплекс. Также острогожцы приняли поздравления от главы городского поселения Александра Колесникова. Более 13 500 ушло из военкомата города Острогожска на войну, и меньше половины вернулось. Сегодня мы приносим цветы, венки к мемориалам, к памятникам погибшим солдатам. Мы говорим спасибо тем, кто отдал самое светлое, самое дорогое, что было в его жизни. Это жизнь. Кроме того, к горожанам и гостям Острогожска обратился депутат Воронежской областной думы Николай Гапоненко. Поздравляю вас сегодня с праздником. Примите самые искренние поздравления с 71-й годовщиной победы советского народа над фашизмом. 9 мая 1945 года наши деды и отцы, объединившись против коварного и жестокого врага, добили фашистского зверя в его логове Берлине. В параде Победы приняли участие не только местные жители, но и граждане Республики Казахстан, родственники погибшего при освобождении Острогожска Кияка Наупасова. Благодарны, что он здесь написано. Мы увидели, воевали, ладно. Мы 71 год без отец. Его забрали 41 года и все, исчезли. Я 77 лет. Я уже сама бабушка, прабабушка. У меня 14 внук, 13 правнука есть. Вот. Будем жить, будем здоровы, дальше жить будем. Все был мир, дружба, чистое небо. Моя. Скажите, вы приехали вчера или сегодня? Нет. Не, вчера 2 часа ночи приехали, а сейчас поедем домой. Вот так сразу в дорогу? Да. Как вас встретил Острогожск, острогожцы? Очень хорошо. Встречали хорошо. Всем, я говорю, всем спасибо. Как
Когда услышали, что нашелся прадед, все обрадовались, все к пути готовились. Вот. Мы рады, что нас так хорошо встретили. Всем спасибо, особенно администрация Острогорска. Скажите, как эта весточка до вас дошла? Наша весточка дошла через поисковиков. Я понимаю, что сюда путь не близкий, но вы будете планировать еще сюда поездки? Ну, время покажет. Надеемся, может, в следующий год тоже обратно приедем. Ну, уже вся семья. В параде Великой Победы участвовали острогорские юноармейцы. Это победители и призеры районных и областных военно-патриотических конкурсов. Открыли парад ребята из старой школы. Следом шли юноармейцы школы номер 1, отряды «Патриот», «Звездочка», «Гардемарины». Юноармейцы из 4-й школы, так же, как и остальные, с честью несут высокое звание победителей и призеров районных соревнований. Отряды из 6-й школы во главе со своими командирами тоже прошествовали мимо трибуны. Ученики из 11-го класса несут вахту памяти у вечного огня, у мемориальной доски и братской могилы. В параде юноармейцев приняли участие школьники из 8-й школы, Велетьевской, Каратаякской, Нижнеольшанской, Покровской школ. Патриоты из Каратаяка шефствуют над воинскими захоронениями, оказывают помощь ветеранам. Ребята из солдатской школы шефствуют над воинскими захоронениями на территории села. Юноармейцы из Торжевской средней школы в гусарской форме – это как символ памяти и гордости за подвиги наших предков в сражениях за свободу Родины. И не так давно организованные юноармейцы из Урывского отряда пронесли Знамя Победы 340-й Сумско-Киевской 2 краснознаменной ордена Кутузова стрелковой дивизии. В конце колонны ребята из Шубинской, 5-й городской, Побединской школ завершили парад воспитанники Острогорского филиала Горожанского казачьего кадетского корпуса с отдельным взводом девочек. По завершению официальной части парада Великой Победы его участники традиционно направились в городской сад. На зеленой эстраде председатель районного женсовета зачитала телеграмму поздравления от депутата Государственной Думы Сергея Чижова, адресованную всем острогорцам. Уважаемые жители Острогорска и Острогорского района, сегодня великий праздник, День Победы. Острогорцы внесли неоценимый вклад в победу над агрессией и жестокостью фашизма. Благодаря нашим отцам и дедам мы живем на мирной земле, а история нашего народа – это история победителей. В честь празднования Великой Победы для зрителей в течение всего дня выступали творческие коллективы. Сначала школы искусств, Острогорского народного хора и аграрного техникума. Потом на сцену вышли оркестр военной части и солисты Дома культуры. В городском саду было людно как никогда. Гуляния действительно получились массовыми. Их кульминация – долгожданная раздача каши. Ее по традиции готовили повара военной части. На улице Карла Маркса развернулась полевая кухня. Все желающие могли получить тарелку наваристой горячей пшеной каши с салом. Ни много ни мало 1000 порций раздали военные повара. В этом году представители Острогорского ЛПУ попробовали себя в роли военных кашеваров. Их стилизованная машина сразу привлекла к себе внимание горожан. Здесь нет такой большой очереди, и каша получилась ничуть не хуже. Мы решили, значит, сделать на 160 порций попробовать. Сделали стилизованную машину. Ребят, которые раздают кашу, мы тоже одели в них форму, пилоточки, военную форму. Ну, решили более приближенно стилизовать вот именно к военной тематике раздачу этого каши. Впереди еще праздничный ночной фейерверк. У площади Ленина день обещает быть долгим и радостным. Победа ведь, даже несмотря на то, что прошел уже 71 год, все так же волнительно звучит. С Днем Победы, товарищи! Дай Бог всем здоровья и благополучия. Живите все побольше и не болейте. Дорогие любимые острогорцы, с праздником, Днем Победы, с великим, всем здоровья. И чтобы были все патриотами, любили свою страну. Вот. Свой город. С Днем Победы, дорогие острогорцы! С Днем Победы всех! С Днем Великой Победы! С Днем 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 Победы! Звучало везде. Острогорцы в этот день как-то по-особенному добрые и воодушевленные. В семье каждого есть свои герои, в каждой семье есть своя военная история. Наше поколение помнит подвиги дедов и чтит их за заслуги перед Отечеством.